176 centimeters tall, official weight 66.1 kilograms. Его профессиональный рекорд 17 побед при 3 поражениях. His professional record 17 victories and 3 losses. И его стиль ММА, дамы и господа, представляющий Душанбе, Таджикистан, Абдусамат Камень Санков! Рефери Виктор Корнеев. Роман Огульчанский, Абдусамат Сангов. Идентичный размах рук и буквально на 1 сантиметр выше и на 2 года старше Роман Огульчанский. Опыт все-таки на стороне Сангова. Так, первый раунд начался. Видим небольшую разведку. Повернулся спиной Абдусамат, тут же получил под заднюю поверхность бедра такой плотный лоу-кик. Самые опасные, как мы знаем, бывают первые несколько минут, когда бойцы еще свежие. Вновь очень хлестко. Пытался раскрутить вертушку Огульчанский, не стал. Приближается с джеба. Начинает все свои комбинации именно с этого приема. А вот тут поинтереснее выглядел Абдусамат. Очень активно работают бойцы. Хороший плотный удар слева. Пытается контрить Огульчанский и в итоге хорошо отзащищался. Пытается пробить. Очень хлестким выходит этот удар. И хороший ушира в исполнении Романа. Поддавливает он своего оппонента. Хороший плотный лоу. Да, мгновенно совершенно яркий кровопотек оставляет он на бедре. Шорты скрывают, но нам вот очень хорошо видно с комментаторской позиции. Двигается, двигается вновь с джебом, щупает эту самую дистанцию Огульчанский. Нагнетает постепенно он. Создает все больше и больше давления. Да, очень много дергает. Хороший и хай-кик. Вот здесь не очень удачно остался на линии атаки. Сразу же получил в ответ от таджикского спортсмена. Чувствуется, что в любой момент может завершиться этот поединок. Очень заряженные оба. На инсайд отвечает лоу-киком Роман. Да, пока все паритетно. Понимают эту нокаутирующую мощь и того, и другого парни. Поэтому очень осторожно так решаются, скажем, на размен. Задергал, задергал Огульчанский, но и задергался сам при этом. Да, я называю это попыткой загипнотизировать своего соперника. Да, совершенно верно. Именно, в общем, это, наверное, было неплохо, но не удалось. Постоянно преследует Роман своего оппонента. Да, перманентный прессинг по защите. Удар правой. Очень сложно вот так. Немногие могут работать под давлением, постоянно отходя назад, постоянно вынуждая. Ой-ой-ой! Какой великолепный удар! Все, остановка! Браво! Браво, потрясающий нокаут. Вот это да, попал, попал, ничего не скажешь. Случайно, конечно, но попал. Я топил, ну, я думал, что Сангов возьмет этот бой. Но вот так как-то. Подписывайтесь, следитесь. Скоро выложу интервью каждого бойца, кто что говорит после боя. Так что всем хорошего просмотра.
30 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 3 minutes and 14 seconds of round number 1. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал. Your winner by tactical knockout punches. Роман Окульчанский. Браво, Роман